Hare Krishna. Меня зовут Нанда Приядас. Я родом из Грузии. В 1985 году я стал членом движения сознания Кришны. Я не могу сказать, что я сам стал преданным, потому что я до сих пор стараюсь стать преданным, но чисто формально как бы членом я стал этого движения. И моим основным служением всегда было перевод книг Шрилы Прабхупады на грузинский язык. И могу с радостью сказать вам, что все книги уже переведены, и я этим служением занимаюсь до сих пор. Параллельно я врач, я один из ведущих онкологов в Дании, где я живу со своей семьей, со своей женой Нарайной, которая всегда была рядом со мной во всех служениях, и BBT в том числе, и у нас трое детей. Хотел вам рассказать немножко о том, как движение сознания Кришны развивалось в Тбилиси, в Грузии. Хотя, во всяком случае, то свидетелем, чего я был, потому что всем хорошо известно, как все развивалось в Сухуми, как наши героические преданные, они проповедовали, и даже им пришлось отсидеть в тюрьму, по-моему, шестерым, моим близким друзьям. Но мало ли кто знает про само, ну, как, ну, что было в Тбилиси, то есть как сознание Кришны развивалось в Тбилиси. Этому еще меня попросил мой дорогой друг Кришнананда Прабху, с которым я знаком еще с 80-х годов, который как бы очень является нашим историком нашего движения рядом с другими преданными. И он меня попросил, то есть как рассказать про ИСККОН Тбилиси, и к тому же еще и рассказать про переводы книг и про преданных, которые в этом участвовали. Для меня большая честь говорить об этих преданных, об этих событиях, потому что мне выпала огромная честь и удача быть среди очень-очень возвышенных душ и как бы быть у истоков миссии Господа Чайтани в Грузии. Хотя я не считаю свой уклад чем-то особым и важным, но все-таки я был там, и я тоже чуть-чуть в этом участвовал и добавлял маленькую как бы долю свою в этом деле. Ну, начнем с того, что чуть-чуть я скажу вам, кто я был, кем я занимался до сознания Кришны. Я родился, вырос в Тбилиси, в прекрасной семье. У меня были очень хорошие родители, которых знал весь город на самом деле. И я помню очень-очень много хорошего своего детства. Но несмотря ни на все, несмотря на то, что у меня были очень хорошие условия, очень теплота, любовь всегда окружала меня. Я знал, меня знали очень многие в городе, почти, ну, как мы говорим, Тбилиси, весь город меня знал, знали весь город. У нас есть такие, как бы, очень такие, как бы, нетворковские эти самые выражения. В общем, я всегда был как-то недоволен тем, что было, и я не знал, чем заниматься в будущем. Я сразу после окончания школы поступил в медицинский институт и учился на врача. Я был на конце, ну, то есть на начале шестого курса, это был 85-й год, когда я, то есть в поисках истины обратился к преданным, в том числе, ну, в первую очередь, к Экадаси. Экадаси Девидаси, наша хорошая подруга из Риги, которая была одним из первых инициированных Харикеш с вами еще, по-моему, в начале 80-х или, может быть, даже в
конце 70-х. Она сама из Риги, она была замужем в Грузии и жила в Грузии. В общем, через нее я получил первую книгу. Это была книга «Легкое путешествие на другие планеты», и потом получил еще «Панишады». Но после этих двух книг я уже понял, что я, кто есть я, как бы, то есть хотя бы, ну, в логическом уровне я это все понял, осознал и понял, кто такой Кришна. Можно сказать, что я просто искал Бога, честно говоря, я хотел найти духовного учителя и узнать, что такое Бог, а не просто, ну, как бы, говорить о Боге как каком-то безличностном, каком-то непонятном свете, ослепляющем свете и так далее, а просто уже найти, неужели Бог себя на земле людям никогда не открывал, то есть он послал, конечно, разных своих представителей, но наконец-то дошел до Кришны, то есть того самого изначального Всевышнего Господа, который которому все должны привести нас, то есть все великие проповедники, на самом деле, в конце концов, их цель нас привести к полному сознанию Бога. Я пришел к преданным, у нас был очень активный преданный Гаргариши Прабху, который получил как бы сознание Кришны от Амбариши Прабху и Сухоми, потому что они вместе занимались, они знали друг друга, они занимались, как называется, эти ну, не военные, ну, martial arts, то есть военное искусство, да, по-моему, типа восточные. Он очень хорошо этим владел и очень скоро стал преданным, и свой дом, маленькую квартиру он превратил в правительский центр. Конечно, все было как бы в тишине, и что ну, то есть, ну, мы как-то собирались нелегально, естественно, как и везде во всем Советском Союзе, и я попал к ним, и первый раз, когда я к ним пришел, я попал, ну, на киртан, там стоял прекрасный запах просада, благовоний, и потом меня угостили после киртана, была маленькая лекция, и, конечно, все очень обрадовались, когда увидели нового человека, молодого человека, вроде похож на образованного. И они, естественно, меня спросили, а чем я занимаюсь. Я сказал, что я заканчиваю медицинское обучение. И они спросили, а ты знаешь какие-нибудь языки? Я тогда, ну, помимо, конечно, русского, грузинского, я знал еще и английский, и французский. Ну, это была редкость на самом деле тогда. Ну, в общем, у меня всегда была склонность к языкам. И когда я это сказал, я помню, как Амбариши Прабху и... Нет, извиняюсь, Гаргариши Прабху и Пакта Миша. Миша был тоже... хотя он Пактом после никогда не был инициирован. Миша Фаруян, прекрасный человек, он старше меня, оба были старше меня, по-моему, Кадаси тоже, и там Джаганатха была, и так далее. Было несколько, там, 5-6 человек. В общем, все в один голос мне говорят, что я должен переводить книги с английского. А для меня это был, как вам сказать, ну, то есть очень большой, не большой сюрприз, в общем, скажем так. Я никогда в жизни не думал, что я буду что-нибудь переводить, потому что хотя я много читал, я знал, как это тяжело и как это сложно. В общем, я сразу отказался. Я очень скоро как бы пришел к ним и сказал, что с этого дня я уже преданный. Все, больше никуда не надо, как бы ничего не надо откладывать. Я с этого дня уже преданный. И говорите, учите меня, чему следовать, что делать и так далее. И я помню, как Гаргариши Прабху был, в общем, приятно удивлен этим. Ну, в общем, они не переставая меня спрашивали и просили переводить эти книги. На что я, честно говоря, даже и мечтать не мог, потому что о чем мечтать не мог, потому что это было так сложно. В общем, в один прекрасный день они достали для меня гиту, достали какие-то книги на английском.
что-то, по-моему, Гита было, нет, не по-моему, Гита было точно в английском, ну, то есть, ну, в английском варианте, то есть, печатная книга, а Шупаншада и легкое путешествие, которое мне дали, это был типа ксерокс. В общем, они там мне дали, и я как-то, ну, хорошо, ладно, попробую, ничего, вроде чувствую, что ничего не получается, очень сложно, и, в общем, происходит следующее, что я знакомлюсь с одним человеком, который на самом деле был очень близок к нашей семье, я просто его не знал. Он был очень большим специалистом английского языка и грузинского тоже, и был таким очень образованным, он знал как бы христианскую литературу очень сильно, даже он перевел самое первое произведение христианское на грузинском, на старом грузинском, «Мучение царицы Шушаник», на старом английском языке, настолько он был как бы большим специалистом. В общем, я с ним познакомился, я сразу начал ему проповедовать, на что он отреагировал очень, как бы, то есть он хотел меня поставить на место, он никак не верил в то, что душа может переселиться в тело животного и так далее. Ну, в общем, были такие на споры очень горячие. Представьте, мне было 22-23, ему за 50, и как-то, ну, то есть я осмелился с ним спорить. В общем, я его попросил, чтобы он как бы меня, ну, потренировал немножко в таком устном и английском. И к моему удивлению, он вдруг говорит мне, возьми, говорит, книгу твоего Прабхупады, какую-нибудь книгу, давай это будем переводить. И я сразу понял, что в этом рука Кришны. Я взял легкое путешествие, пришел к нему, и я начал, перевел одну страницу, например, да, скажем, приходил к нему, и мы проходили вместе, то есть он смотрел в английский, я ему читал по-грузински, он мне давал советы, что-то много очень, очень, очень хороших советов он мне давал. Он давал как бы наставления, как переводить разные термины, разные выражения, верховная личность Бога и обусловленная душа и так далее, тому подобное. В общем, с его помощью я как бы сделал первые шаги в переводах и так я перевел еще «Легкое путешествие», потом уже еще «Панишады», потом уже, как это называется, «Бхагавад-гиту» и так далее. В общем, давайте будем говорить так. Сейчас я не буду о своих переводах, почему-то меня понесло туда, в эту сторону. Может, если это кому-то интересно, я это сделаю в следующий раз. Ну, давайте я буду рассказывать про грузинскую, тбилисскую ятру. Ну, в Тбилиси на самом деле было так, что я все точно не знаю, я могу что-то перепутать, но что было, в Риге жил один человек, который стал преданным и стал даже инициирован, Бинду Мадхава его звали. Он был музыкантом очень хорошо, очень выдающийся на самом деле гитарист был тоже, по-моему, даже играл в ансамбле Орера, это что-то в этом роде. То есть он был очень известным, ну, может быть, неизвестным, но то есть очень сильным профессионалом, то есть очень хорошо играл. И он, по-моему, был замужем за кого-то из Риги, так я так понял. В общем, так вот Хари Кришна приезжал, вот как раз он здесь виден на фотографии вместе с Прабхупадой, я его как-то сейчас из-за меня не видно все, да, это Прабхупад, Хари Кришна с вами, другими учениками, они идут, я специально этот фон выбрал. В общем, когда Хари Кришна с вами приезжал, он тоже получил от него инициацию, и
У него было очень много друзей тоже в Тбилиси, и довольно таких интеллектуальных кругах, и несколько человек стали тоже инициированы. Но они как-то не проповедовали, понимаете, они как бы занимались, ну, может быть, проповедовали в своих близких кругах, но такой как бы миссионерной деятельностью не занимались. Но они, один из них был, его отец был очень высокопоставленным лицом в правительстве. И все, конечно, боялись, потому что если их поймали бы, то есть было бы плохо, да, то есть родители попали бы в очень неловкую ситуацию и так далее. В общем, там было очень-очень много проблем. В общем, один мой друг потом в следующем, то есть он стал тоже бренным, он был очень известный, выдающийся художник на самом деле. Еще один художник, который огромный профессор по живописи в Германии, он повторял, я не знаю, даже 64 круга, мантры и так далее. В общем, там были какие-то самые, зерно уже было посадено в Тбилиси. По-моему, наши какие-то преданные из России тоже приезжали с Москвы, по-моему, уже из Украины приезжали. И, по-моему, в основном они проповедовали в Сухуми, честно говоря, насколько я знаю. Ну, так или иначе, вот из Риги была еще и Кадаси, которая вот потом вышла замуж за Грузии, и она жила в Грузии. В общем, такие спорадические были моменты в сознании Кришны в Грузии, в том числе в Тбилиси. Ну, я думаю, что самое как бы центральное, как бы центр так называемый, да, можно сказать, там тогда не было ни ашрамов, ничего. Впервые это было на квартире у Гаргариши Прабху, который был как бы, ну, я думаю, что первый центр он как раз и организовал, можно так называть его квартиру. И как раз там я попал, мне повезло, и другие тоже приходили. Мы все время проповедовали, мы все время думали, как распространять сознание Кришны, как мы все время думали о тех преданных, которые сидели в тюрьмах, как им помочь, или что можно сделать, или нельзя. Как-то восхищались их мужеством, их благородностью и героизмом и так далее. Особым примером для меня всегда были Саньяси Камаламала, которые вот печатали книги в огромном количестве, из-за этого их посадили. В общем, и то, что, ну, и как они стойко все это переносили, для меня они были как бы, ну, такими примером во всем. Поэтому наша основная цель как бы была не просто собраться, и потом как бы распространить это сознание, как-то привести как можно больше новых людей. Ну, в общем такие мысли у нас были, потому что мы все время думали о том, что сознание Кришны надо просто распространять. Это вот Хари Кришна с вами нас этому учил. Как раз его как бы влияние очень сильно чувствовалось везде. Нам часто приезжали, ну, не так часто, как в других городах, но, допустим, иногда к нам приезжали, скажем, Санатан Дхарма и Ананда Чайтанья с Литвы, иногда с Украины, с Москвы. Мы были всегда очень рады, когда к нам кто-то приезжал, потому что нам привозили новую информацию. Обычно они привозили какие-то новые книги. В общем, было очень интересно на самом деле. Я работал, ну, в общем, только об одном и думал, как можно поскорее закончить работу, чтобы пообщаться с преданными. Ну, потом появились еще другие. Допустим, я жил у своих родителей, например, да, у меня дома невозможно было собраться, просто, ну, это было просто исключено. И это не только было, я один такой, есть были, в общем, Гаргариша жил один тогда,
Так что ему это повезло, ну, то есть он мог бы как бы нас организовать как, ну, в центре, да. Потом появились ребята, постоянно появлялись новые люди. Не так часто, не как бы сотнями, конечно, но все время появлялись новые. Тогда, вот, допустим, как-то вот Санатана Дхарма и Ананда Чайтанья приехали к нам на своей машине. Они приехали на машине прямо с Литвы, представляете? Ну, в общем, их багажник был полон книгами. Они нам оставили книги, еще Панишат, по-моему, и Бхагавад-гиту. Это были просто листы, огромные листы, по-моему, 16 страниц с одной и с другой стороны, то есть 32 две страницы, типа. Их надо было переплетать. Я понятия не имел, как это делать, но, скажем, Миша, например, Миша и Гаргариш, они очень хорошо это делали, и я, конечно, у них этому научился. Мы сидели и переплетали эти книги. Одно дело, надо было сложить эти страницы, а потом надо было их собрать, наклеить, потом отрезать, сделать форму, а потом сделать обложку, сделать, в общем, как называется, ну, в общем, все, ну, чтобы книга похожа была на книгу. Очень хорошие книги были, кстати, они очень хорошо держались, мы очень хорошо их делали. Кришна нам помогал. Помню один раз, когда надо было тоже вот, в общем, книги делать, переплетать. Я не знал, где это сделать, и у меня был друг, который учился, он был с района, с грузинского района, то есть он снимал квартиру, жил, в принципе, один. А как раз я его попросил, можно ли к нему прийти и что-то такое сделать, что, в общем, лучше об этом никому не говорить. И он, конечно, это мне, ну, дал, ну, согласился на это. Кстати, он дружил с одним очень таким человеком, который до сих пор, он сейчас такой, очень такой великий монах в Грузии, по-моему, очень такой полностью посвященный в этом деле. Православный монах. Они очень были православного склада, и они знали, о чем мы, что мы будем делать. То есть они знали, что это будет просто переплет книг Шилы Прабхупады. И мой друг считал своего друга как бы наставником, и у него спросил совет, как ему быть, потому что ему очень тяжело отказать своему другу, но, с другой стороны, были какие-то у него такие религиозные, как бы, не разногласия, типа, со мной. И как быть? А тогда этот человек ему сказал, что, знаешь, что дружба главное, самое важное здесь, потому что, знаешь, что Бог, типа, ну, то есть, ну, это не считается проблемой, то есть ты должен ему помочь, потому что ты, ну, это есть как бы одно из христианских правил. В общем, так или иначе, мы к нему пришли, я с Мишей. А он был, по-моему, уставший, что-то там. Он сказал, что вы не против, если я просто буду лежать, ну, если что, скажите, я помогу. В общем, он лежал и смотрел на нас. А мы сидим с Мишей и приобретаем эти книги, и, в общем, делаем всякие разные дела. Я сразу понял, что когда делаешь что-то повторяющееся движение, какое-то там, скажем, лучше одно дело закончить, допустим, все страницы сначала сложить. В общем, ну, короче говоря, я сделал для себя ритм работы. То есть я просто мог часами просто сидеть и делать это просто без перерыва, работать с этими книгами, с переплетом. И как этот друг мой, он смотрит на нас, смотрит, ну, то есть не то, что смотрит, мы просто делаем свое дело. Оказывается, он смотрел на нас и говорит: ребята, извините, ну вот, допустим, когда вы ко мне пришли, у меня что-то голова болела, что-то такое, и я не очень хорошо себя чувствовал. Я просто смотрю на вас, и, честно говоря, такое ощущение, что я вообще куда-то улетел прямо. То есть, ну, то есть, что вы это делаете? То есть, ну,
Что-то вы такое делаете, говорит, что как бы излучает что-то такое, ну, то есть духовное. И он как бы, как мы говорили тогда, проникся этой энергией. То есть, ну, это не мы, а просто вот это служение само такое, да. Вообще-то такое нектарное служение было. Самое главное, чтобы нас никто не поймал за это. Ну, мы, честно говоря, все у нас хорошо получалось в этом смысле. Из-за того, что мне всегда Гаргельши всегда говорил, что надо обязательно найти где-то место, где надо печатать, потому что это наша главная миссия, книги и так далее. Наш гуру хочет, чтобы мы печатали книги. А я подумал, мне 22 года, у меня ни жены, никого, то есть, есть родители, конечно, но то есть у меня нету собственной семьи, а у Гаргельши есть своя семья. Дети и так далее, то есть давай я буду ходить по типографиям и узнавать, может повезет, может где-нибудь я найду место, где можно будет печатать. Я вот каждый день, почти каждый день ходил по разным местам. Приходил и спрашивал, кто, ну, в общем, кто здесь главный или что-то. Ну, вот как-то я ходил с ними в контакт и говорю, что вот, в общем, у нас есть такие книги, мы хотим их печатать, скажем, Бхагавад-гита и так далее. И они сразу мне посылали обратно таким отказом, потому что, ну, это же опасное дело, это не просто так. Даже помню один раз в одном месте. Этот человек подумал, что я, типа, меня кто-то подослал, потому что знаете, как у меня всегда был такой вид, очень мальчишеский вид. Есть люди, у которых там взрослый такой вид, они солидные. А я был всегда это очень-очень худым. В общем, я держался на ногах. В общем, я не внушал такого серьезного, как бы, может быть, доверия, что это неужели это чем-то серьезным занимается этот парень. И даже им как-то меня, ну, хотел, может, испытать, типа, да, типа, о, кто-то такой, вы хотите больше к нам, хорошо, ладно, давай, нет проблем. В общем, я ушел, потому что, честно говоря, даже обиделся немножко, ну, что поделаешь. В общем, я узнал все типографии абсолютно, объездил везде, и никому не говорил, специально не говорил, потому что не хотел, что если нас поймают, кого-то поймают и будут, как бы, я так думал, что мучать и, в общем, пытать и так далее. Никто не должен быть обманывать, потому что никто просто не знает, кто занимается книгами. Гаргельши сказал бы, я не знаю, там кто-то еще сказал бы, потому что действительно они бы не знали. А я говорю, возьму на себя все, если что, да, ну, в общем, ну, такой настрой у меня был. В один прекрасный день единственное, я сказал почему-то Мише, но очень таким намеком. И вот один раз в общем, я пришел к Гаргельши, и у нас гость. А этого гостя я не первый раз вижу. И говорят, что это гости из Армении. И это был на самом деле Брахманда Прабху. Тогда он был, не был инициирован, конечно, Аршак. В общем, он отвел меня в сторону и говорит, Андабриаджан, ну, то есть меня Заззадя, тогда Андабриа не звали, но он сказал, что он слышал, что я типа книгами занимаюсь, и он приехал на своем Жигули, и таком такой Жигули было такого лазурного цвета, и очень такая, я никогда этот цвет не забуду. В общем, он сказал, что он специально приехал, чтобы узнать возможность, если возможно печатать в Грузии, потому что после вот того, как посадили Саньясу и других, в Армении просто невозможно нигде печатать. И хотел узнать возможности в Грузии. В общем, я очень обрадовался, потому что говорю, что я всегда одним этим занимался.
В общем, мы пошли, ходили по разным типографиям, так и не получилось ничего. Ну, в общем, время не созрело для этого. Вот так и я познакомился с ним. Потом, в общем, собирались, и до нас доходили такие слухи, что, в общем, наш гуру Хари Кришна, в общем, он очень сильно болеет, и, в общем, он не будет больше инициировать. И когда я это узнал, я не знаю, что со мной было, мне было так тяжело. Я думал, что все, в общем, моя жизнь закончится, потому что я очень был к нему привязан. И очень хотел у него инициироваться, конечно, и думал, что, то есть, ну, он мой гуру, я его ученик и так далее. И тогда, знаете, как было? Был один гуру на страну, типа, да, на Советский Союз был только Хари Кришна. И там был только там, кто-то там, Хридаянанда Махарадж был, я не знаю, где-то, в какой-то части планеты и так далее. И Джаябатака Махарадж был там и так далее. Ну, по-разному. То есть, ну, в общем, несколько всего гуру было тогда. Кстати, сколько инициирующих у гуру не было тогда. Но и очень-очень было это для меня большим ударом, на самом деле. Настолько большим, что я был, ну, почти в депрессии, можно сказать. Ну, это, конечно, я не останавливался. Я как бы молил Кришну, чтобы все было хорошо. И в один прекрасный день сначала инициировался Гаргариш Прабху и, по-моему, еще Джаганатас, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, неважно. Дело в том, что в 1988 году уже дошла очередь до меня, в том числе, по-моему, еще и Прахмананда, многие из Армении, еще несколько человек из Грузии. Он сделал очень большую инициацию, в общем, я получил имя Нанда Приас. Четкий нам, ну, по-моему, прислали в Москву, из Москвы как бы распределили. Я помню, четкие, которые я получил, они были немножко такие, как вам сказать. Я не уверен в том, что на каждых четок было написано чье имя. То есть просто были четкие и ну, по-моему, без имени, я не знаю, у меня так, это просто моя теория. И, по-моему, все хорошие, четкие, хорошие, ну, в кавычках, уже были, как бы, достались какие-то четкие, маленькие. Я их до сих пор ношу, я очень хочу, чтобы я на этих четках в руках и как раз покинул тело, честно говоря. В общем, для меня нету хороших, плохих. Это единственное для меня четкие, и до сих пор я их ношу с большой любовью и читаю на них мантру. В общем, ну, я получил такое имя. Потом пришли еще. Знаете, как было? Интересно, да. Наш Ямарач, Прабху дорогой, который сидел в тюрьму или в лагере каком-то в Грузии. В общем, он там проповедовал, конечно, потому что без этого он не мог. Он был очень бесстрашным, есть бесстрашный тип, абсолютно такого, ну, такой выдающийся человек, на самом деле. Мой близкий, близкий друг. И Ямарадж, он познакомился с одним молодым человеком, парнем молодым, то есть он примерно моего возраста, который сидел по какой-то другой причине, конечно, там. И он стал преданным. И он, то есть он был художником и очень-очень хорошо рисовал, просто великолепно. Как раз получилось так, что его брат, у его брата поселилась, то есть они сдавали комнату в своей квартире. То есть смотрите, тот, кто сидел в тюрьме, его звали Коча, а его брата звали Хвича. У Хвича жил со своей матерью. У них поселилась Джаганатха Пури. Одновременно оказалось, что
Я Марач познакомился с Гочем в тюрьме, и Гоча стал преданным. В общем, с этой ну, то есть, на свободе как бы один брат стал преданным, на в лагере другой. Ну, в общем, такая ситуация. И у них тоже мы очень часто собирались дома. В общем, когда Гоча вышел с тюрьмы, еще несколько людей вышло. Я помню, один раз как-то говоришь, и пришел один парень, который говорит, что я сидел в тюрьме с Ямараджем, и меня только что выпустили, говорят, я дайте мне книги Прабхупады сразу. Он пришел уже готов. Готов. Потом он стал хорошим преданным тоже. В общем, очень много таких интересных историй было. В это время, уже как бы наше число уже как бы росло. Преданных были, знаете, такие, которые, вот, допустим, все, Кришна, нет проблем, нет сомнений, все принимаю, все делаю. И были люди, которым очень нравилось к нам приходить из-за прасада, из-за киртана, я не знаю, по разным причинам. И часто, то есть, веры такой не было, может быть. И все время какие-то там вопросы, какие-то сомнения, какие-то там дебаты все время. И вообще были, как везде, да, разные люди приходили. Потом пришел к нам один хороший парень, Саша. Саша, он был каратистом и так далее. И, в общем, Саша сказал: ребята, зачем мы собираемся на квартиры? Тогда как у нас есть хорошая природа в Тбилиси, мы можем просто в конце города, там, город не очень большой, конечно, миллионный город, но есть такая роща, и там можем просто собираться, петь сколько угодно, там никого не бывает. Я просто эти места очень хорошо знаю, он сказал. И по воскресеньям мы просто собирались, встречались вместе, и кто-то что-то приносил, просад, мы что-то готовили. Тогда было очень модно, знаете, какие-то сладости, например, шарики с молочного порошка или с геркулеса и так далее. В общем, то, что мог, то и приносил. У кого-то было мриданга. С этим мриданга ты просто так в городе не смог бы ходить, потому что даже этим мриданга, из-за мриданга кто-то, милиция могла тебя остановить. Что это за что ты несешь? Что это такое? В общем, и надо как-то было какую-то сумку ее положить, эту мридангу. Целое дело. В общем, мы там собирались. Сейчас город уже так вырос, что этой рощи больше нету. Там какие-то там корпуса, ужас сплошной. Столько зданий построили. Так что мы, в общем, мы решили эту проблему как бы с киртаном, да, потому что иногда по разным местам собирались, и всегда была опасность, что надо тихо петь, а там на природе мы могли сколько душе угодно петь, и никто нас не слышал, не знал, кто мы такие. Вообще, никого там не было, люди туда не ходили. По-моему, был 88-й год, когда где-то в июне месяце был такой друг города объявил, что сегодня будет праздник цветов. Вот просто так. Просто перекрыли весь проспект Руставели. И чтобы люди просто свободно ходили, гуляли, там какие-то там разные, как ярмарка, типа, ну, что такое, да. От таких вещей тогда не было в моде, так что это было какое-то интересное как бы начинание, да. Я помню, по-моему, Саша тот же самый, он говорит, что давайте выйдем с киртаном. Мы все время мечтали о том, чтобы выйти на улицу и сделать харинаму. Это просто было невозможно, можно сказать. И как раз уже начинали все эти перестройки, все эти демократические какие-то сдвиги и так далее. Так что я помню, он пришел
кто пойдет, в общем. Дорговищ не заходил, потому что было, ну, понятно, да, это не так легко просто взять и выйти. То есть, и что люди подумают, это хорошо или плохо, может, это просто будет иметь плохую реакцию и так далее. Я очень хорошо понимаю его доводы, его как бы аргументы, но мне просто было неловко не пойти. В общем, честно говоря, у меня ноги оставались позади, то есть я не хотел идти, но, ну, в общем, надо было. В общем, миссия как бы приказывает, в общем, и надо было идти. В общем, помню, моя жена тогда, она не была моей женой, на ранее, и Кадаси, они одели сари, они были очень красивые. Нет, у меня просто не было дхоти, честно говоря. Ну, в общем, у ребят не было ни у кого дхоти. Мы просто пошли все. У нас было, по-моему, две мриданги, какие-то там пластмассовые, самодельные. По-моему, Гаргариш сделал сам одну из мриданг. Он очень был хорошим рукоделом. Ну, не все пошли, конечно. Но где-то человек 10-15 пошли. Мы вышли на улицу, в общем, начали петь. И как только начали петь, весь страх, все уже прошло у меня, я как-то очень боялся, очень переживал, и все у меня прошло, и кто-то смеялся, кто-то там, не знаю, по-разному, да. И помню, что в одном месте мы как-то уже ходили туда-сюда по скиртонам, и в одном месте мы остановились, потому что мы увидели, что есть такая как бы возвышенная площадка, мы подумали, что лучше подняться на эту площадку. Это не очень высоко, где-то, ну, метр, может быть, максимум, да, и будем там стоять и там играть, и как бы на людей смотреть и так далее. В это время я уже перевел «Легкое путешествие на другие планеты», кстати, и сам и напечатал, 300 экземпляров, правда, но и сам все переплел своими руками. Очень такая книга была, ну, как это называется, ну, непрофессионально сделана, конечно, в том смысле, что, то есть, было похоже на тетрадь какую-то, да, то есть какой-то обложкой, на котором нарисован был йог, который, ну, как вес уже, его брови уже едят и так далее, в общем. Вот эта известная фотография, картина, где его душа идет через голову на какую-то планету, да. В общем, у нас были эти книги тоже, надо их было продавать за 3 рубля, мы решили. В общем, мы поднялись туда, и мы начали играть. И смотрю, нам вокруг нас, то есть собираются люди все больше и больше, больше, больше. Мы поем, 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 потом входим в такой экстаз, что уже смотрю, уже темно, уже вечер, уже как бы солнце зашло, и уже темно. И помню, эти люди так к этой площадке приблизились, что даже тяжело было дышать, можно сказать. Как-то у них такое ощущение было, что просто их было столько. И помню, когда мы закончили какой-то киртан, который мы пели час, по-моему, или что-то в этом роде, и когда закончили, люди кричат: «Нет, продолжайте, не останавливайте, пожалуйста». Ой, и этот, по-моему, Арам, есть такой художник, который играл на мриданге, по-моему, у него все руки были в крови. Никто не знал нормально ни играть, ни на инструментах, ничего. Но то, что мы знали, мы это делали. Мы пели как сумасшедшие. Ну, то есть если я вел киртан, я пел, то есть и подпевал, и пел, и, в общем, у меня голос, по-моему, пропал. То есть, вот, ну, пели до конца, короче. И люди приходят, потом... Когда была маленькая пауза, например, да, я начинал проповедовать, и
брал эти книги, показывал, вот, пожалуйста, покупайте эти книги. И все сразу схватывали, все книги продали. И уже было поздно. И смотрю, какие-то друзья, знакомые проходят мимо, кто-то смотрит, это что, с ума, что с ним, это, он уже сумасшедший или что? Потому что весь город знал, что я какую-то секту попал. Вообще, по-моему, Нарайни рассказывает, как она увидела своих родственников, которые очень сильно обрадовались. Ой, как мы давно тебя не видели, как это хорошо, ты поешь. В общем, Тбилиси многие друг друга знают. И, в общем, ну, мы были как бы центре всего этого. И помню следующее. Просто какой-то момент мы должны были остановиться. Или вернее, не то, что остановиться. Мы были уже в таком экстазе все. Это был просто экстаз. В таком экстазе, что мы решили уже не стоять на одном месте, а просто идти по проспекту стояли. И мы пошли в сторону, сейчас это называется площадь Свободы, раньше это называлось площадь Ленина. Ту сторону, короче. Да. Пошли в ту сторону и идем в центре, как бы центр, ну, на линии, да. И идем, поем киртан. И в один момент я понял, что нет уже необходимости мне петь, потому что уже люди поют. У меня было такое ощущение, что весь проспект просто пел Харе Кришна. То есть мне даже если мы остановились бы, мы не пели бы, они уже пели, то есть, ну, уже люди подхватили мантру. Это было, я такого никогда не после этого никогда подобного не испытывал. И мы дошли до метро, площадь Ленина, там встали, там опять я начал проповедовать целое дело, и люди говорят, все огромное количество людей, и мы поем, опять начали опять танцевать, и все танцуют как сумасшедшие. Я себя чувствовал в сказке какой-то, я вообще даже глазам не верил, что такое могло произойти. И потом все спрашивают, а где вас увидеть, где вы собираетесь, где с вами пообщаться? Я говорю, по субботам, нет, по воскресеньям, час, нет, постойте, 2 или 3, я помню, 3 часа дня мы собираемся на последней остановке автобуса номер 2. И как раз это там эта роща и находится на самом деле. То есть там мы собирались, чуть-чуть несколько надо, ну, чуть-чуть подняться наверх. И, в общем, там эта роща и находилась. И помню, на следующее воскресенье мы все встретились где-то в этом номере, в автобусе. Там был такой Икарус в двух частях. Такой большой Икарус, и почти кроме нас никого там не было в воскресенье. Там были какие-то учреждения, научные какие-то институты и так далее. Никто там не жил. И такая большая, такой круг, и там последняя остановка. И когда мы пришли туда, мы не выходим с автобуса. Почему? Потому что мы видим, что там полно милиции. Потому что милиция уже, конечно, точно знает, где мы собираемся. Они до этого уже не знали, вообще не знали о нашем существовании, наверное, да? А сейчас уже все знают. И там несколько, много, 10-15 машин милиции, там мотоциклы, там все. А, конечно, мы не вышли с этого автобуса, и то есть этот автобус, ну, как бы начал свой путь опять, и мы, ну, поехали домой. Ну, этот киртан, ну, конечно, тот, где мы попали в отделение милиции, естественно, это было не первый, не последний раз. Это очень часто так бывало. Но ничего страшного такого, просто нам давали, то есть, ну, нас несколько часов держали, а потом отпускали. Ну, я это пробовал и в Москве, и в Тбилиси, я не знаю, еще в каких-то других городах, может, в Ереване тоже.
Вот так. А потом приходит к нам такое сообщение, что в Москву приезжает Прабху Вишну с вами. Ну, в общем, я взял и поехал в Москву. А для этого мне надо было поссориться дома, потому что они меня не пускали. Я говорю, что уже все, нет, я уже уезжаю. В общем, я поехал туда. И ну, это был первый раз, когда я был в Москве, скажем, среди преданных. И тогда уже многие преданные вышли из тюрем, и я с ними познакомился, все эти имена, о которых я слышал. Мы жили в доме у Яги нашей. Ну, в общем, познакомился со многими. И было очень интересно, конечно, потому что там было большое движение, и по сравнению с Тбилиси это было немножко другое дело, было совсем по-другому. И когда Прабху Вишну с вами уехал, были очень хорошие встречи, очень хорошие, очень интересные. В общем, были киртаны прекрасные, очень хорошие лекции. И когда он уехал, Саньяси Камалам мне говорят, а что ты сейчас будешь делать? Потому что мы жили вместе с Ягией. Там, по-моему, у Яги мы жили где-то человек 30-50, может быть. Я не знаю, где мы только не спали. Я обычно спал там, где входную, там, где обувь держали, я там и спал. Они мне говорят, что в общем, оставайся в Москве. Потому что надо киту переводить, надо сейчас киту перевести тебе. Я еще Паншат и легкое путешествие перевел. Сейчас дело дошло до киты. В общем, я остался. Этого как раз и ждал, что меня кто-то попросит остаться, потому что я, честно говоря, не хотел возвращаться почему-то в Тбилиси, хотя я там были очень хорошие ребята, хорошие преданные, мои друзья и так далее. В общем, я остался. И начал Гиту переводить. И в это время приехал Чиранджив со своей женой. Чиранджив это был президентом Тани, Копенгагене, который приехал, и нет, до этого приехала одна Матаджи, в общем, которая привезла несколько компьютеров. А Чиранджи потом приехал и привел, то есть он знал, что с этими компьютерами делать, потому что никто не знал, как с ними работать. Это были ташибы. Это такие лэптопы. Ну, это, я говорю, 1988 год, тогда еще как бы тогда не было техники такой. В общем, приезжает Чиранджив и нас учит, как работать. Эти компьютеры были MS-DOS-овские, там не было тогда, не было ни Word, вообще не существовало такого Windows, да. В общем, такую дискету надо было положить в компьютер, чтобы его вообще запустить. Toshiba 1000 и Toshiba 1100. Самые такие продвинутые получали 1100. Все остальные получали 1000. 1000 такой был компьютер. В общем, самый примитивный, который может существовать. Потому что такие тираж профу закупил для советских языков. В общем, но никто лично их не получал, потому что они были на несколько, то есть рассчитаны на разные языки. В общем, Чиранджи нам показал, как надо. Сначала надо было сделать фонты, например, просто, скажем, вот как грузинские буквы. Их надо было самому рисовать. Типа вот как эти самые, какие-то раньше были эти компьютер-игры, да, вот с какими-то кубиками. В общем, вот такими кубиками надо было рисовать. А, Б, Г, Д и так далее. В общем, несколько всего компьютеров было, короче говоря. И в один прекрасный день мне говорят, что хотя я перевел, я много сделал, но у меня все было на рукописи, в рукописном виде переводы. Надо было сейчас их как бы ввести, набрать эти тексты, да.
И, в общем, решили так, что один компьютер будет обслуживать грузинский и армянский язык, и компьютер должен находиться в Ереване, дома у Даменти. Окей, поэтому я должен был поехать в Грузию, потом в Армению. В общем, поехал в Армению, в Грузию, вернее, потом в Армению, и я взял с собой Нарани. Нарани, и, в общем, она должна была все это печатать. Как бы я переводил бы, она печатала. У Даменти дома было очень весело и очень живо, потому что там жили ее дети тоже, Сарасвати и Джагадиш. В общем, они были очень активные ребята. И, ну, в общем, там было очень-очень, в общем, там не было скучно, во всяком случае. В общем, Даманти работала днем, потому что у нее были дети, и, по-моему, даже работала, может быть, она еще, честно говоря, не помню. А Нарайн работал просто ночью. У нее была ночная смена, и, в общем, вот такие дела. И Нарайн, на самом деле, много ночей не спала. Она просто работала, работала, набирала этот текст. А я жил у Геворка и его брата, по-моему. Потому что у них была большая квартира, и они, у них не было родителей, по-моему, они были без родителей, то что-то трагедия там была, по-моему, я не знаю, это было до этого. И, в общем, у них никого не было дома. Так что многие поселились к ним, в том числе и я. А я там, ну, это был как ашрам такой. Я переводил, они переводили на армянский, потом еще Киртан Раз был там, я не знаю, разные ребята. В общем, вот так мы с Нарайаном переводили Гиту. Потом пришло время этой знаменитой поездки в Индию, да, первой поездки. И в это время я уже в Москве. И я помню очень четко, как мы были, я, Саняс и Камамала, мы просто втроем как-то оказались на кухне у Яги. Мы жили просто у Яги. И, в общем, они составляли списки, то есть, ну, списки преданных, которые должны были поехать в Индию. И меня спрашивают насчет Тбилиси. Я говорю, там Гаргариши Прабху, он наш как бы старший преданный. Я еще Дамудар Пандит был. В общем, разные. И Камалама вдруг говорит, что нет. Говорит, ты надо бред, ты надо Джан. Ты говорит, ты переводишь, ты пытаешься распространить, ты пытаешься печатать и так далее. Я думаю, что ты должен поехать. Я говорю, нет, нет, да что, как мне это очень неловко, неудобно. Конечно, мне хотелось поехать, естественно. Но как бы есть люди, которые как бы заслуживают этого больше, чем я. И они просто не это самое. Ни в коем случае даже думать, ну, слышать не хочу. В общем, ты должен ехать. И это, конечно, мне было, для меня это было ну, большая честь, и я мне был бы очень рад, конечно, очень хотел бы поехать в Индию. В общем, я попал в этот список из Тбилиси, я был только один. Сухум было много, по-моему, 5, 6 или 7 человек. В общем, я был среди тех, которые поехали в Индию первый раз, и до сих пор все эти святые места не могу забыть. Я, кстати, был в Индии еще один раз в 1993 году. После этого меня в Индии не было. И я очень надеюсь попасть в эти святые места. После того, как я приехал из Индии, я там познакомился с Вайдинатхой, с нашим Бхактивиганом Махараджем. И после
Когда я вернулся из Индии в Грузию, мы поселились на квартире, я с моим хорошим другом Говинданандой поселились и сделали такой маленький ашрам, где вот мы очень часто проповедовали, очень часто делали программы. Там много преданных приходили, мы делали огромное количество просада и так далее, киртаны. Там часто приезжали, я помню, как Чайтанья Чандрапрабху приехал к нам, ну, многие у нас гостили, Майурадвадж был часто у меня в гостях и так далее. В общем, мы были в этом маленьком ашраме, я был в таком настроении, что, ну, не знаю, я просто переводил гиту и делал программы и так далее. И вдруг ко мне звонит Атмананда Прабху. Атмананда, брат Камаламалы, Атмананда говорит, Нанда Джан, говорит, ты должен поехать в эту Швецию, потому что типа вот гиту надо выпустить, потому что люди погибают, по обусловленным души идут в ад, ты должен эту гиту выпустить. Я говорю, все это очень хорошо, дорогой Атмананда, но как насчет... одно дело перевести, потому что надо редактировать эту гиту. Да? У меня не было, нету редакции. Говорит. А, нету разницы, говорит. Харигеш с вами говорит, что надо там точка, запятая, не имеет значения. Самое главное, что там стояла Кришна, мантра и так далее. Все, да, так это не работает, в общем. Ну, то есть, потом мне говорили, из Швеции говорят, что ты должен приехать. Я говорю, да вы что, как, куда приехать? И потом Бхактивиганта Махарадж мне звонит непосредственно и говорит, надо, приезжай, пожалуйста, приезжай, все надо, короче говоря, ну приезжай. Потому что он как бы заведовал, он был менеджером всех языков Советского Союза. Ну, он меня переубедил, и я поехал в Швецию в 90-м, начале, январе 90-го года. 1990 года. И на этом как бы закончилась моя жизнь как бы в грузинской ятре. Потому что после того, как я вернулся, ятра была совсем другой, потому что к нам приехал Амбариш Прабху, он делал такой, действительно такой хороший ашрам. Там уже люди жили, уже все ходили в дхоти, все, у нас были божества, горнита и так далее. Но вот того духа, ну, просто другая фаза, не то, что дух. Дух был прекрасный, но просто та фаза, как бы, сознания Кришны, когда мы жили дома, когда для нас все было просто праздником, всякая маленькая вещь, да, ну, как-то это уже стало, душу уже куда-то ушло, да. В общем, то, что... Кстати, многим очень нравилось приезжать к нам, как и нравилось приезжать в Сухум, потому что в Сухум была тоже очень хорошая атмосфера, очень дружелюбная, очень гостеприимная. Ну, в Грузии, понимаете, много фруктов, овощей, в общем, там все это как бы очень, их в огромном количестве. Тогда так не было везде, тогда не было супермаркетов, тогда все было как бы местного производства, да. А в Грузии всегда было в очень большом количестве все эти вещи. Так что ну, хорошие условия были для вайшнавской жизни, короче говоря. Все было гораздо дешево, можно сказать. Я не знаю, и очень хорошие наши люди, которые ну, жили в деревнях, они крестьяне, они как бы то есть, продавали свою продукцию в Тбилиси. Фрукты имели прекрасный, великолепный вкус, также и овощи и так далее. Да. В Армении то же самое. Там было всегда очень хорошо. Я жил долго в Армении. Несколько месяцев у меня очень много друзей там, среди преданных. Они все были очень-очень гостеприимные. Их очень люблю. Я очень люблю всех, абсолютно преданных. Очень много общался с преданными в Москве, Питере, я не знаю, в Ленинграде, Киев, я не знаю, какая разница, Днепропетровск,
Я не знаю, откуда только их не было, да, и из Сибири, с Дальнего Востока. И никогда не считали, не смотрели, кто откуда. Потому что самое главное, что они были преданы, принимали Кришну, признавали Кришну, и все. Потом я очень много лет жил в центрах Бибити. Это было и в Гошнасе сначала, несколько лет, потом в Друскininkai, потом в Литве, потом в Сочи. И это была такая интернациональная семья, что кто-то перевозил на удмуртский, а кто-то перевозил на казахский, кто-то перевозил на русский, кто-то перевозил на украинский, грузинский и так далее. Мы все жили вместе, мы знали, у кого как, кто чем занимается, кто кому помогали друг другу. Всегда были хорошие киртаны, хорошие просады и так далее. В общем, были вот такие дела. Честно говоря, часто снится такое, часто снится, что я пою киртан. Это очень у меня такие сны очень часто бывают. Часто снятся, что где-то в Москве, в храме, потому что я на Беговой жил несколько лет. Снятся все эти, я не знаю, вот как, даже помню один раз, вот Вишвамитра мне так сильно приснился. Мы были вместе где-то в Москве, наш Ратха-дамодар, наш Сучар-прабху. В общем, он со мной тоже пообщался перед тем, как он ушел. У него были профессиональные вопросы ко мне как к онкологу. Да. Много великих душ я повстречал, и встречаюсь с ними тоже до сих пор. Да, это все Шрила Прабхупада сделал. Это все Шрила Прабхупада сделал. Есть такая книга, которая называется «Он построил дом, в котором каждый может жить». Вот, он так и сделал. Он так и сделал. И мы должны этот дом держать в чистоте и порядке. Это очень важно. Это очень важно. Харе Кришна, спасибо за внимание. Может быть, было интересно. Надеюсь, что было интересно. Если нет, я просто ради собственного очищения рассказал все это. Вспомнил всех этих преданных. Знаете, не каждый из нас до конца как бы проходит этот путь в этой жизни, но все, что мы делаем в сознании Кришны, это на наше вечное благо. И всем поклоны. Харе Кришна.